Я обещал поговорить о обязанностях мужчины и женщины. Давайте начнем с этого. Вот. Первая обязанность мужчины и женщины – это научиться уважать друг друга. Самое главное проявление любви – это уважение. Надо просто знать, как это делать правильно. Большинство людей не понимают, что такое уважение. Уважение к женщине – это означает уважать ее темперамент. То есть уважать ее вот характер, тонкости все характера, уважать ее эмоции, ее чувства, настроение. Ну, то есть отношение к женщине должно быть таким очень осторожным, внимательным. Это можно сравнить с тем, как пушинка летает, допустим, где-то, ты ее вот так вот не трогаешь, главное, чтобы она не упала. Ну, то есть отношение к женщине должно быть очень аккуратным. Женщина психика очень чувствительная. Причем интересно, что женщины не всегда сами аккуратно с мужчинами себя ведут. Вот, но с ними надо вести себя аккуратно, по-любому. То есть уважение к женщине означает аккуратное поведение и считать ее самой красивой. Ну, самый красивый вообще Бог. Человек все равно не может быть самым красивым. Ну, то есть, все равно мы что-то от Бога имеем, женщина от Бога имеет красоту. Но красота с возрастом теряется. Человек не может быть красивым всю жизнь. Красота рано или поздно теряется, так же у женщин. Поэтому все равно мужчина должен уважать, означает считать свою жену красивой, видеть в ней красоту. Чем больше мужчина видит в ней красоту, тем красивее она становится. Это 100% факт. Если мужчина не видит красоту в женщине, она теряет красоту, она становится невзрачной, некрасивой. Женщине надо разговаривать очень аккуратно, деликатно, бережно. Вот в этом заключается уважение к женщине. В чем ошибки? Основная ошибка – это невнимательность и грубость мужчины. Это происходит не от того, что мужчина злостный такой как бы элемент, который специально грубит женщине, специально мучает ее. Это происходит неосознанно. Ну, то есть, чаще всего это происходит в результате боли, влияния боли. То есть, женщина причиняет боль мужчине с помощью эмоций. Она когда говорит очень эмоционально, то мужчине это больно психически. Когда мужчине становится психически больно, он грубеет, начинает грубо себя вести. Когда мужчина грубеет, женщина чувствует боль, начинает еще более эмоционально говорить. Мужчина еще грубее, и так наступает конфликт. Ну, то есть боль рождает конфликт, боль в отношениях. Поэтому нужно мужчина должен учиться терпеть. То есть если женщина эмоционально говорит, нужно в это время понимать, что все равно без толку что-либо отвечать. Женщина, если эмоционально себя ведет, значит, она ничего не слышит в это время. И надо просто как-то ее не трогать. Она сама потом поймет, что она неправильно себя ведет со временем. Ну, не нужно выяснять отношения женщины, когда она себя эмоционально ведет. Причем это сама женщина также и говорит. Вот, допустим, если ты начал выяснять с ней отношения, она себя эмоционально ведет. Потом, когда вы уже помирились, она тебе говорит, а что ты реагировал? Нам бы вообще уйти и не разговаривать со мной в это время. Она сама так же и говорит. Сама, то есть. Соглашается с тем, что именно так себя надо вести с ней, когда она очень эмоциональна. Проблема заключается в том, что женщина и выходит замуж по той причине, что ей очень трудно контролировать свои эмоции самой. Женщине очень трудно жить одной, потому что есть две вещи, которые женщине вызывают много страданий в ее жизни. Это страх. То есть ей страшно быть одной, страшно, что никого нет рядом. Страх и эмоции. Но эмоция означает неуравновешенное настроение. То есть настроение меняется, появляются какие-то идеи, желания. И нужно общение. Женщина, женский разум контролируется с помощью общения. Мужской разум под контроль входит с помощью работы над собой.
Женский разум контролируется с помощью общения. Женщине нужно общаться, чтобы все понимать. Если она не общается, она чувствует, что она ничего не понимает. Ей, чтобы что-то разобраться в чем-то, нужно общение с кем-то. Она должна общаться с человеком, который понимает. Она перенимает настроение, знания очень легко. Женщина легко перенимает. Мужчине надо, чтобы что-то понять, ему нужно совершать аскезу над собой, работать над собой, чтобы понять. Думать. Психика работает по-разному. Как уважать мужчину? То есть мужчину надо уважать, надо понимать, что самое ценное для мужчины. То есть самое ценное для мужчины – его цель. Вот у мужчины есть какая-то цель в жизни, он к чему-то стремится. Если женщина уважает его цель, значит, это уже 50% любви она ему отдает в этом. То есть он чувствует себя счастливым, если женщине она уважает его смысл, для чего он живет. Она уважает его цель. Следующий момент – это когда мужчина говорит, то нужно настроиться на согласие. Ну, то есть мужчина говорит не для того, чтобы женщина высказала тоже свое мнение, он ей говорит для согласия. То есть он фактически нуждается в соратниках, в тех, кто принимает его точку зрения. То есть мужчине не нужно оппонентов. Как женщина, допустим, он говорит что-то, она выслушала и говорит, ну я с этим не согласна. Но ему это не надо. То есть вы можете согласны быть или не согласны, но ему от этого счастья больше не становится. То есть мужчине нужно, чтобы женщина поняла, в чем нужна ее поддержка. То есть женщина соткана из поддержки, ее сила вдохновляет. То есть женщина вдохновляет, мужчина действует. Поэтому в чем заключается роль женщины, в чем заключается уважение? Женщина не должна думать о том, правильно он делает или нет. Она должна ему давать силы. Говорит, я тебе помогу, да, у тебя все получится там и так далее. Вот так. Но если она видит, что его совсем занесло не туда, вообще прямо, ну женщина, жена, это сердце мужа же, она может видеть, что мужчину вообще занесло не, совсем в другое направление, то в этом случае она должна так с ним себя вести. Она должна ему сказать, как ты думаешь, может мы с тобой вообще не туда думаем, не в ту сторону. И как бы ему сказать вот эту мысль. Ну то есть как ты думаешь, не то что я так считаю, а может быть мы не так вот действуем. И мужчина должен сам к этому выводу прийти. Ну, то есть уважение мужчины означает уважение его цели, его мнения и его как личности. То есть женщина не должна указывать мужчине на его недостатки слишком часто. Не надо постоянно говорить, ты вот такой, ты сякой, это ему не помогает, это вот только злит. Ну, то есть, понимаете, оценка женщины дает мужчине веру. Есть такие исследования, которые показывают, что как жена относится к мужу, оценка какая у нее к мужу, так к нему относятся и подчиненные на работе. Вот, допустим, если он руководитель, вот жена, допустим, как к нему относится, так к нему подчиненные. Если она его критикует, то подчиненные критикуют. Если она ему не доверяет, подчиненные не доверяют и так далее. Если она верит в него, подчиненные тоже верят в него. Если она верна, то подчиненные тоже верны. Я знаю один случай, когда мужчина имел такое достаточно влиятельное высокое положение, и жена тайком не доверяла ему в своем сердце. И этого мужчину окружали только люди, которые ему не доверяли, но это не показывали на них. Но потом, когда у него поменялась ситуация, он женился заново, то эта жена начала верить, то есть она начала доверять ему, и окружение поменялось, то есть люди стали доверять. Понимаете, женщина должна понять, что если муж не зарабатывает деньги, денег не приносит, это значит, что у нее что-то с мозгами не так. Это значит, что она неправильно относится к нему, у нее неправильное настроение в отношении с мужем. Он сам не может в себя поверить, у него нет сил. Это первая обязанность, это уважение, самое главное. Потом следующие обязанности. Надо, в принципе, понять, как психика устроена.
Женщина – это вдохновляющая сила. То есть женщина эффективнее действует, когда она вдохновляет других. Вот женщине работать самой менее эффективно, вдохновлять эффективнее. Мужчина – действующее начало, ему надо самому действовать. Женщине легче самой что-то сделать, вдохновлять тяжелее, но результат лучше. Женщина говорит, да я пойду сама работать, чем этого своего дурака заставить работать, невозможно. Вот. Но вот если она его все-таки заставит, то этот мужчина как паровоз, его трудно сдвинуть с места, зато когда поедет, не остановишь. Вот. То есть женщина, когда трудится сама, деньги в семью приносит, эти деньги, они такие болезненные. Она всегда очень сильно, болезненно реагируют на их растрату, то есть это деньги больные, когда женщина зарабатывает. Когда мужчина зарабатывает деньги, хорошие такие, можно тратить. Очень важно понять такую вещь, что мужчина дома отдыхает, набирается сил. И поэтому женщина должна создавать атмосферу отдыха. Она должна убирать все дома, стирать, готовить. Понимаете, делать так, вот мужчина, если мужчина ест пищу, приготовленную женой, то этот мужчина, его психика, его настроение полностью соответствует тому, как жена хочет. То есть, понимаете, что человек ест, такое у него настроение. Настроение и эмоции человека зависят от еды. Если мужчина питается где-то на работе там, то есть он не дома кушает в основном, а где-то там, то такое будет и настроение. Он будет чужим, неручным, понимаете? Если вы хотите приручить себе мужика, кормите его, и он тоже будет не против такого расклада, понимаете? Если вы его полуфабрикатами кормите, он будет полуфабрикатом. Если вы кормите, как бы сами готовите, он будет хорошим, ручным и добрым зверьком. Зубки есть, как бы, но кусать будет не вас. Вот, поэтому... Ну, то есть, вот такая система, понимаете? Ну, как бы, если вы нанимаете гувернантку, то есть, женщину, которая заботится о муже, она ему готовит, стирает, убирает, то любить он будет гувернантку. Ну, то есть, вот кто мужчину кормит, того он и любит. Это неизбежно к этому все приходит, рано или поздно. Путь к сердцу у мужчины лежит через желудок. Женщина должна создавать атмосферу спокойствия в доме. Хоть женщина сама беспокойна по природе, но когда она служит другим, она успокаивается, ей легко становится жить. Она создает атмосферу спокойствия, когда она служит другим, думает не о себе, заботится, ей нужно заботиться. Но проблема у женщины заключается в том, что она, когда заботится, ей нужна благодарность. Если благодарности нет, она с ума сходит, она не может заботиться, ей плохо становится. А благодарность, она иногда бывает настолько сильная и должна быть, что... Как один мужчина мне сказал, а я ведь иначе сам себе готовлю, хотя жена хочет. Я говорю, а почему? А он говорит, а когда она готовит, это слишком дорого стоит. Я не могу заплатить цену. Ну, то есть, женщина иногда столько благодарности хочет, что лучше самому себе приготовить. Такое бывает, но... И в этом отношении заключается, что женщина готовит, а мужчина постоянно благодарит.